Никита снова на связи, и мы также снова снимаем для Subway ролик про БМТ. Для тех, кто не знает, БМТ — это такой сэндвич, и он является самым популярным в мире. И вся рекламная кампания, и наш ролик в том числе посвящен этому сэндвичу. Приготовились и начали. Большой мясной бой. Данный проект мы снимаем в две смены. У нас будет куча локаций, и это единственная локация в помещении. Мы сейчас находимся в Subway на Новочеркасской. Мы его полностью закрыли на время съемок. И сейчас мы подготавливаем площадку к первой сцене, где у нас главные герои выясняют, что они не знают, что такое БМТ. Готовились к съемке. Камера. И начали! Сценарий, который присылает агентство, он достаточно подробный и длинный, если снимать его в деталях, все как написано. Соответственно, важная задача была оставить все самое важное и при этом влезть в хронометраж 30 секунд. Hello, motherfucker, hey, hi, how you doing? Everybody move it. I've been this way since student. Part of my friends, I'm fluent. Can't sit calm like Seinfeld, that boy always moves. Суть администрации в том, чтобы у съемочной группы на время съемок было все необходимое, связанное с административно-хозяйственной частью. Процесс съемок не должен, именно творческий процесс, когда мы включаем рек на камере и начинаем снимать, чтобы вся творческая и съемочная группа не думала о каких-то смежных проблемах административных. С нашей стороны уже должны иметься все ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть у съемочной группы. Это что касается еды, что касается вопроса заказчиков. Конкретно на этом проекте у нас достаточно много переездов на дню, и во время этих переездов нельзя, вообще категорически нельзя, чтобы время было потрачено впустую. Когда группа приедет на нашу вторую локацию после обеда, там уже будет все готово, там уже должно быть все готово. И это не то, чтобы условия заказчиков, это мой принцип. Это принцип администратора. Life like this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very life like. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me in Christ like. I was screaming at the referee, just like Mike, looking for a bright light. На данном проекте я был задействован как сценарист, обрисовал основную концепцию, передал ее ребятам. Ребята дальше делают из этого уже что-то шедевральное, мы надеемся, референсы были очень крутые. Здесь я слежу за тем, чтобы концепция, которая была придумана нашим агентством, оставалась в тех рамках, в которые она была придумана. Сейчас мы находимся на последней локации нашего съемочного, первого съемочного дня. Завтра нас ждет еще один такой же день, но несмотря на то, что мы снимаем уже практически 12 часов, никто не устал, все заряжены. Керри. Здравствуйте. У нас второй съемочный день. Первая локация на сегодня – это Экспо Форум. Ребят, кого выбрали на массовку, выходим на сцену. Идем снимать нашего прекрасного героя, геймера по сюжету. Так его зовут Глеб. Очень классный парень, кстати, уже пообщались. 7 лет, кстати, в индустрии, и меня вот всегда забавляет, как дети снимаются в кино. Представляете, вы маленькие дети, что у вас должно быть в голове, чтобы вы видели съемочную площадку и при виде съемочной площадки и камеры не боялись и выдавали эмоции, которые нужны режиссерам. А режиссеры — это достаточно такие строгие люди, которым нужен результат, и их особо не волнует, кто-то ребенок или взрослый, потому что должна быть классная картинка по итогу. Готов!
once the powers combine, the world will be fine. Believe me, throwing up the peace signs, and we got all time. Я вас поздравляю. Съемки окончены, мы все сняли.